ТГ ЖЖ? Чё там? Так, понятно. Скинул какую-то фотку непонятную в ТГ. Типа, у него синяк под глазом? Или что это за байт, блядь, я не понял. Ну ладно, если все нормально, я пошел, полежу, посплю. Давай без клоунады сразу уже Пока. начинай, Ну ну. посидите здесь нормально без меня, я просто не хочу. Ой, блядь, бутылки, ебучий случай. Ну сядь ты уже, давай, давай. Честно, так не хочу в кадры заходить, потому что полный ебан. Но, блядь, наверное, придется. Нет, я вообще не хочу в кадр заходить. Там где донаты приходят. Можно я так стою, постою на стриме и все. Донаты выключены, что ли? Почему-то донатов не вижу. Давайте реально так постою. Мне вообще так, в принципе, довольно-таки ТГ нравится. Хесус, кстати говоря, Ромочка, подпишитесь вот, на мой хорошо, ТГ. спасибо большое. О, Росераф тоже Буду очень пришел. благодарен, Ой, если вы на него Ростислав, подпишетесь. Ростик, спасибо большое за рейд. Спасибо, мальчик мой любимый. Ссылка в чате на мой ТГ. А, сядь, да не хочу, я на себя увижу, я буду смеяться своего ебала тупого. А смеяться вообще не хочется. А нахуй подрубил? Давайте я сейчас сначала в Дискорд зайду. Чтобы что? Хочу, я Ваде написал, я хочу, чтобы в Дискорд зашел. О, ля, еще один синяк вот тут. Бля, так рад, что у Вади появился комп. Он, типа, сейчас начинает стримить. Что случилось? А? Привет. Что случилось? Ничего, напиздили меня. Что? Кто, блядь? А? За что, кто? Просто, блядь, так, нахуй. Как понять? Я не знаю. Уже стройте свои догадки сами. Как его понять, что за чел, от кого он? А, ну, типа, он пришел просто к тебе домой или что? Чё за Ну, хуйня? да, мне позвонили. Ну, типа, гномы, наверное, не знаю. Или как... Как эти гномы? Не гномы, а как они называются? Спортики? Ну, типа того, наверное, не знаю. Шо, блядь? Ебать. Ну, Как вам каламбур, который я придумал название стрима? Влетел с двух ног, видит Колян. Ебать. Покажи Стой, еще. Сереж, Мне подожди, стыдно, это у меня один лицо. человек был или тебя толпой пришли? Алло. Один чел. Какая Что разница, за блядь, чел ты? сам факт, что Не, пришли, ну я типа. просто не знал. А чё, типа, блядь. Ну ладно, ты, наверное, на стриме расскажешь, блядь, ну, пиздец. Ничего не понимаю. Хочешь, в этот в ДС зайдем после стрима, да? Типа, если они там все решили, то Если хотите, кому я нужно могу сейчас было зайти. в Пиздец. морду давать, типа, за что? Это что-то вообще нихуя не норм. Но жизнь не так бывает. Блядь, Тебя тут... прям у тебя же дома отпиздили? Нет, я вышел, типа. Я не понял, типа, думал, это курьер. Чё, блядь? Блядь, мне Коля что-то звонит. Ага. И что, этот мужик даже Алло. ничего не сказал? Такой, здрасте, на в морду. Чё ты говоришь? Да не, ну Не, какая блядь, это как постановка? это, как серьезно или нет? Как серьезное слово или нет? Наш просто запустил стрим и все. Типа, у меня же Серёга, стрим нельзя запускать. А. ты как вообще в целом? Нормально. Да ничего, все окей. Нет, типа, ну, было какой-то прям прецедент жесткий или все норм? Да нет. С какой причиной ничего не было. Ну, Сегодня просто... встал и все. Ну, еще не, сейчас нормально все. Сейчас уже все окей. Просто синяки и все. Было до этого что-то, ну, типа, ну, ты понял, о чем я, типа, с перегибами, с какой-то хуйней там, пизделка и все остальное. В чью сторону, я не понимаю. Ну, типа, я просто, ты когда показывал в вебку свое лицо, у тебя на подбородке синяк, я поэтому и спрашиваю. Ну, не только на подбородке ж. Я говорю, это именно с хороших побуждений. Было что-то такое в твою сторону от, сам знаешь, кого или нет? Ну, не знаю, но там от него часто всегда, от него часто такие темы были. Поэтому не в курсе. А тебе нельзя, да, на эту тему разговаривать? Я не знаю, но мне честно как-то... Ну, типа, ну, бывает. Если бы мне было страшно и что такое, я бы уже давно уехал, но я нормально.
Здесь. Илюх, ну получил и получил пизды, мужика синяки красят. Не, нет, суть не в том, что страшно или нет, тут суть в том, что, ну, ты можешь говорить о том, кто и что тебе сделал или нет? Сейчас. Тут именно в этом вопрос. Давайте я кому-то напишу, чтобы вы разослали друг другу, типа. Алло. Да, давай, потому что, типа, ну, Марк, ты же понимаешь, что тут не суть в том, что захотел бы ехать, захотел бы нет. Илюха, у тебя есть, Илюха? А, у тебя есть ТГМ, да? ТГ, конечно, Марк, ну ты руфлишь, что ли? Мы с тобой, блядь, как братья, блядь, родные. Че, чекни ТГ, брат. Давай. Понял, блядь. Меня никто не любит тут вообще. Здорово, Вадик. Здорово, Вадя, здорово. Я так скучал по тебе. Пиздец, Жож, что за херня, блядь, что ты мне скинул? Блядь, зачем? Мне опять он звонит. Пиздец. Настя в Москву приехал. Алло. Зайди в Телеграм, почитай, включи меня на громкую. Я включил тебя на громкую уже. Ребята, а я никак к этому не причастен, да, Серега? Да. Да, я никак не причастен, вот, и все, давай, и чтобы так говорил до конца стрима. Давай. Ебать, приказ выше пришел. Что это за хуйня? А что это было сейчас? Коля, сейчас я напишу. Рома, сейчас тебе напишу. Ура, продолжение шоу. У-ху-ху-ху. Джокер, красава. Типа, что за хуйня? Вадь, ты тут? Да. А, мне почему-то скинули клип, что ты думаешь, что я на тебя за что-то обижен. Да, ты на меня напиздел. Зади в ДС. Да ща, подождите, я пока тут посижу один. Чего, блядь, в каком месте? Пока нихуя непонятно, чё кого вообще. Ты сказал, что я его ебан. Так, Вадь, так у меня... Фейк, правда. Ребят, пока ничего Вадь, не понятно. Ни разу не было. Просто, блядь. А, я не понимаю, Жужо подрубил. Чего, с какой целью, блядь? Типа, говорит, если ты подрубаешь, ты говори как есть, ебаный свет. Бля, я вот охуел. А не вот это вот непонятно, что, блядь. Держать людей в неведении, зачем? Нет, ты сказал, что я уебан. Если боишься сказать, так скажи, блядь, боюсь. Я начну с тобой общаться. Это я с тобой и так общался до этого. Бля, вот это хуйло. Не-не-не, все, иди нахуй. С таким ладно, приколом, подожди, блядь. Это... Если это постанова, ребят, ну тогда хуйняк. Блять, ну если ты серьезно, ты долбоёб полный, типа. Я такой никакой никогда в жизни бы не сказал, блядь. Спасибо, Боба. Ты сказал, что этот Эвилон? Он общается с Никоглаем, потому что он популярный. Вот, ребята, увидите, я стану популярным, и он будет общаться со мной. Не-не-не, кстати, по поводу вот этой хуйни, типа, Дед, ты же помнишь, как у тебя сгорела жопа, когда люблю сказал, что ты с ним не общался до популярности? Спасибо, Литвинин. Начал. Так я общался с ним до этого. Не-не, я не в курсе инсайдов, но я просто говорю, я как обычный зритель, типа, что я увидел, вот и все. Я с ним общался, когда у меня даже 200 зрителей не было. Да базара нет вообще, это ваше дело, но просто почему-то на меня обиделся из-за этого. Просто ты сказал, что я хуйло, потом сказал, ребята, ебать, я его в жизни ебало бы ему набил. Блять, мы с тобой сколько, ну, сколько косвенно знакомы, типа, хоть раз я тебя как-то жестко крыл, нет. Да. Какой Мазилов, у меня смысл? Мазилов, ты вообще красава, спасибо, ты меня запугивал. Не, Серёг, давай тоже без хуйни. В Дискорде, чтобы я ничего не базарил. Ты же влиятельный человек, а я так, типа, пешка. Чё? Блять, закрой рот, нахуй. А он Серёга пешка, понимаешь? Бля, ебать, это долбоёб. Ты уж скажи, как у тебя дела вообще, в целом, без стримерства? Ой, бля. В общем и целом. Да, в общем и целом. В общем и целом, пока живой, самое главное. Самое главное, чел, типа... А держи это, Мазилов, кстати, я не знаю, Мазилов, Мазилов, какое тебе имя? А, Никоглай теперь тот, кого нельзя называть. Валандер Монтьюбан. Мазилов, я бы тебя швабру убил, нахуй. Подожди, Илюха, а, ебать, реально, Илюха. Подожди, подожди, Жога, подожди. Я не могу просто перекрикивать, я не могу сейчас. Мазилов, вопрос такой. Мазилов, такой шумный. Давай себе пошли. Мазилов. Чего, гоу, к Юлику. Стоять, гайс, кто говорил сейчас в левый наушник, я вас не слышу. В смысле? Мазилов. Какой к Юлику, блядь, сюда нахуй, зачем? Мазилов. Ребят, давайте я сам решу, куда мне идти, блядь. В ДС, к Юлику или так далее. Мазилов. Ты что за пиздец? Да, слышите. Чё мне гоните нахуй туда-сюда? Вопрос такой. Вот честный вопрос. Что мне у вот, Юлика смотри, делать? Я того, не понимаю, вы о чём вообще? Моё голосовое, мою песню чё с за пиздец плохим происходит? Парнем. Ты обрадовался, что алло. Фит тобой со мной вышел без меня? Не понял. Бля, ребят, лучше на ТГ мой когда подпишись. Когда ты слышал мою песню, пожалуйста. Блядь, с плохим парнем. Что, а что у Юлика делать, я не понимаю, зачем? Не, стоп, а при чём здесь ваша песня и Илюха, наша... блядь, то, что... Блядь, типа, чего не обсуждают хуйню какую-то? То, что трек хуёво получился с Костей, блядь, да, и что у меня хорошо, такой голос что хуёвый? С тобой не получится. Так это же ваше дело, так не, Вать, у меня вообще до пизды на трек, типа, у меня вообще фу, похуй. Бля, пойдём от Илюхи, Илюха вообще на другой орбите сейчас прибывает. Илюх, ты тут вообще? Ты понял, про что я говорю? Тебя зовут к себе, зачем? Не, просто, ну типа, про что я говорю, Илюх?
Так, нет, в Вавилона сейчас подожди, я не хочу, ну типа там я пока ни о чем было. Или кто вообще? Разговор ни о чем. Омуль, ебать, или че? Тебе был побили или мне, не могу понять. Ты же меня знаешь, типа, причём это вообще я. Саспект Юлику. Бля, ребят, сейчас вообще не до этого, сори. Да, бля, человек попытался. Какой нахуй Саспект? Была первая попытка исполнить трек у Вади с плохим парнем. Получилась хуйня. А могла, а он мог... Нет, так ты рад, что наш с тобой фит вышел без меня? Ребят, и не оскорбляйте никого в чате, пожалуйста. Я говорю, Вать, мне вообще до пизды вышел, он без тебя или со мной. Спасибо за подписки на Телеграм, ребят, спасибо. Мне вообще до пизды максимально. Просто мне передали сегодня на стриме, что ты... Что ты... Да алё, блядь. Думаешь, что я на тебя обижен из-за фита? Да мне вообще фул до пизды, типа, до тебя, блядь, до плохого парня, до всех. Мне вообще максимально поебать, у меня все отлично. Так, типа, я говорю, я максимально не понимаю, почему это все сводится всегда к нашему фиту или к, там, ко всей этой хуйне. Мне фул до пизды максимально. Бля, мне больше нравится трек вот сейчас. Вот мне кажется, вот сейчас вот топ-1 трек вот за сегодняшний день, знаете, какой у меня? Влетел в звук ног, видите, Колян. Влетел в звук ног, для меня очень важный момент. Серег, помнишь, когда мы сидели на стримхате у Тохи? Мы часа три обсуждали рэп и все остальное. Подожди, а как тебя зовут? А, Илюха, ебать. А, реально Илюха, ебать. Я твой рот ебал, сын. Кто? Алло. Подожди. Сказал, блядь. А, ебать, я думал, ты не Гоглай с нами, блядь, такой урод. Сейчас я спрошу. Алло, здорово. Ты Катан, что ты хотел? Блять, тут на меня Жожа пиздит. Все, Вадь, пошли один на один, пожалуйста. Сейчас подкрутим, сейчас, секунду. Серег, сколько у тебя надо онлайна, слышь? Я сколько? Хочу... Можно от Мазелова съебаться, Вадь, пожалуйста, я не могу. Сколько надо? Бля. От Мазелова съебаться. Ты его синяки видел, таких синяков не бывает, это макияж. Ой, бля, ребят, а вы-то знаете, какие синяки бывают? Каждый день эти синяки делаете, оставляете на лицах других людей, да? Поговорить, понял? Да не надо. Я не шарю, ребят, просто если это все шоу, это хуёвое шоу, ребят, зачем так делать? Да нет, нормально, просто хуёво. Всё-таки аудитория-то переживает. Куда-то в хуй, блядь, я спрашиваю по-серьёзски. 50 тысяч зрителей сидят. Маленькие девочки сейчас сидят такие, типа, их трясёт, наверное, уже там от переживания. А он молчит, блядь, ничего не говорит, что за хуйня? Колпак этот кораблик? Подожди, Илюха, ты пьяный? Ну, такой, это тульский пряник, ребята, если что, я серьезно. Я сегодня бросал кострим. Тульский пряник. Такой нормальный. Влетел... Сейчас, секунду. Влетел с двух ног, ведь это Колян. Это камбэк на всем нолям. Ну, я не знаю, бля, я не знаю его трека, к сожалению. Серёг, показывай лицо, давай сейчас будем оценивать. Бля, так плохо. Сейчас. Блядь, мне все звонят, блядь, я так и знал, нахуй. Лучше бы ничего не показывал, блядь. Илюх, да не-не, да. Тут... Бля, я не понимаю, он ты сидит, типа, вроде как, фристайлом. С синяками, а в дискорде с чуваками... Легко, но у меня, к сожалению, бита нет. Который какой-то ерундой занимается, я не понимаю, типа, ну, блядь, будет что-то по факту, или мы так и будем хуйней заниматься? Я бы сейчас бацнул бы... Сейчас я сестре позвоню, скажу, чтобы успокоились. Угу, давай. Че-то, чего он экран... Блядь, уже родные начинают звонить, он сидит, хуйней занимается, он что за пиздец? Ну, без обид, типа, я без агрессии. Ты, блядь, или начинай уже говорить, или зачем он тогда подрубил вообще? Сейчас, ребят. Там он в чат пишет, бля, пиздец, мне хуёво. Там людям уже хуёво становится. Серёг, ну ёбаный рот. Алкаш ёбаный. Есть такое дело. Ладно, показываю. Блять, меня Ваня точно разлюбит после этого. Не-не-не-не, ни в коем случае, бро. Почему? Мне кажется, он разлюбит. Не, ни в коем. Я слежу за твиттером никак в жизни. Шрамы мужчину украшают, как говорится. Колян. Бэчка слявная лям. Блять, чел, это полный пиздец. Разгон на катанском. Бля. Блять, у кого-то. Вот, блядь, мне сегодня вообще разгон вообще пиздатый в ебучку был по 200 ровно, блядь. Нормально. Не, нормально. Серег, не, скажи по-честному, тебе типа навешали или ты просто, ну, прикалываешься? Просто, блядь, очень... об косячок поебался, блядь. Мазилов. Не, ну а в чем блядь. Мазилыч. Ебать, а че ты выглядишь этот нахуй, как Гранд Гоку, блядь? Мазилов, это твой трек? Сейчас охуел. Мазилов, это твой трек?
под моими ногами. Охуеть, Ренгоку, блядь, я так плакал, когда... Нет, просто, пока они рожают, ребят, у меня есть мечта, и она заключается в том, что я хочу, чтобы у меня в телеге было 225 тысяч подписчиков. Осталось буквально 500 человек. Ребят, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал. Буквально... Если в ближайшие дни там будет розыгрыш на 100 тысяч, это уже точно. Мне сейчас делают бота для моего канала. Вот, и там скоро будет розыгрыш, ребят. Если вы хотите выиграть, хотя бы получить шанс, чтобы выиграть 100 тысяч рублей, подпишитесь. Вот. Это что ты занимаешь? Это очень-очень классно. Спасибо. Нет, это какая-то хуйня, я просто не разбираюсь. Не, Ренгоку это клево, поверь. Очень хороший персонаж. Как тебе мое сечение? Черное по розовому. Бля, так я выгляжу, давай. Как будто я какой-то древний шаман-маг. Типа такой. Нормально, мне нравится. Блять, ты видел вообще мою бороду, блять, и усы? Это просто синяк от сна. Что это за хуйня, чел? Как будто ты, блядь, не спал. Сегодня глаз блестит. Синяк от сна. Блять. Типа спал так долго, что синяк появился? Это ужасно, бро. Мазилов, иногда хочется просто, просто, типа, блядь, не хочешь ты в мою квартиру поселиться, чтобы тебе позвонили? Не, бро, честно, я говорю, типа, если у кого-то есть проблема, я готов кому угодно подселиться, у кого проблема, просто чтобы помочь. А, ну ты крепенький, я видал, да? А можешь помочь Никоглаю? Дело не в том, что крепкий, что понял, типа, боевой. Слышишь? Помоги Никоглаю. Бля, чё? Все нормально. Рилли Грим при таких синяках глаз был бы красный, а он белый. Что это у тебя за вибратор у рта? Что это за хуйня? Чел с разбитым ебалом подрубает стрим, на котором нихуя не говорит по факту. Другие два ебла сидят и пиздят в ДСе. Будто нихуя не произошло. Ребят, главное, я писал вчера, главное, что все зарыли этот топор войны. Понимаете? Все, вообще все нормально. Не, Серег, дело не в топор. Все зарыли этот топор войны, все извинились, типа, пожали руки. Я типа, просто хочу услышать, что происходит. Если реально, тебя там... Это просто, типа, такая по морде дали, ты скажи, ебаный свет. Мы сейчас всей толпой приедем, бля, поможем, ебаный рот, блядь. Чё ты, блядь, уткнулся в какую-то, в какие-то труханы, блядь, и не говоришь ничего, не понимаю. За гайку и строго напиздили. А я прищу. Я про них вообще ничего не говорю. Бля, честно говорю, я бы за гайку бы убил нахуй вообще. Ну, блядь. Так, нахуй, пора мне врываться. Пять людей, сразу. Илюх, за кого бы ты там убил? Срика Главельтона. Хесус, блядь, я люблю, бро. Блядь, и этот зашел нахуй. Мы с ним вчера поссорились, мы выяснили. Влад, пошли один на один в бухту секса. Нет, туда не надо. Создеку он такого... Ты же, естественно, за Жожа? А? Ты же за Жожа в данной ситуации? Ну, естественно, я за справедливость, как бы. Бля, бро, вот за это респект реально, красавчик, Алексей. Уважение. У меня, короче, мать сказала, что она уходит от отца от тебя. Куда ехать? Дай адрес, пожалуйста. Привет. О, сына! У меня мама спит. Это Симикс? Да, это он. Ты его не знаешь? Или ты с ним раньше общался? Приходилось общаться с таким человеком? Нет, я его знаю, мне просто нравится, что там Эвелон и Жожо, они ушли в соседнюю комнату отдельно. Они нас стесняются просто, походу, я не знаю. Давай вот серьезно, какая-то хуйня, не? Давай по-серьезки. Какая-то хуйня, не? Типа, чел подрубил стрим, не может нормально рассказать, что происходит. Короче, я могу сказать за себя, просто, возможно, это будет странно для аудитории, но я почему-то считаю, что это фейк. Типа, вот я тоже сижу, я не хочу думать, что это фейк, но вот сомнения есть в голове. Да, просто сам факт, типа, смотри, он сидит под покрывалом уже сколько? У меня часов нет, к сожалению, они не зарядки. 30 минут уже, 30 минут. Минут 20-30, и типа, это очень долго, чел. Если бы мы реально... Вот, Хес, говорю за себя, честно. Если бы, вот, ты знаешь меня, я бы прям... Вот помнишь по всем конфликтам? Я фул пацанёнок, я самый первый иду в замес. Типа, если бы мне въебали пизды, я бы на стриме с первых 5 минут показал бы свое отпиженное ебало. С первых 5, типа. И сказал бы, это он и он. Ну вот просто, а в чем суть держать эту ситуацию? Вот я не понимаю. Я не знаю, я говорю, типа, если уж ты подрубил стрим, так ты начинай уже что-то делать. Говорить, что произошло. А то сидит, блядь, там аудитория переживает, как бы, думает, что там реально какая-то хуйня. По итогу слушай, Не думал о том, что это какой-то их общий снегоглавим прикол? Да нахуя ему это надо? Ты что, это же пиздец. Сейчас буду, блядь, общие приколы делать. Да, Симикс, брат. Нихуя не смешно. Я весь стрим смотрю на Стинта и лечу. Стинт вообще музыку поет.
Так не, ну ты Стинта вообще смотришь без моего стрима и всего остального? Стинт вообще гений, фул. Я просто хес, о чем говорю, типа, ну, слишком долго, так. Серега, прикинь, 30 минут прошло. Ну, 30 минут, да. И Татьяна пишет просто... в ТГ, фантазер, ты меня называла. Просто, я говорю, у меня, короче, есть кенты, которые играли в театре, сделать макияж не проблема. Хотя я Сереге хочу верить, потому что Серега, ну, мы с ним охуенно побазарили последние несколько разов, он максимально, типа, такой кент искренний, мне показался. Но я в эту хуйню не верю. Сколько слушай, можно, мне кажется, типа... мне кажется, вот эта ситуация явно не та, в которой стоит full что-то soggle, придумывать. Full soggle, да. То есть, типа, я говорю, хес, вот условно, если бы меня, ты понял, там, отпиздил Никоглай и все остальные ребята, я бы самый первый бы с заплаканным ебалом вылез бы в стрим. Если бы меня прям отпиздили, понял? Хотя я прям, я пацаненок, но типа на фулл адекватчиках. Но я говорю, если меня прям отхуярили, как Серега показывал снег под глазом, я бы вылез в стрим и сказал бы, ребята, меня отпиздили, потому что ебать мой рот, никто мне не помог. То есть, ну, типа, так ну... мы все сделали, я же говорю. Это, в принципе, логично так и должно быть. Так не, подожди, а в чем тогда суть? Типа, что, Жожа пиздобол? Я надеюсь, а зачем? Что нет. Не, хорошо, а зачем? Типа, да тогда вот давай знаю, искать... Зачем? Давай по логике, типа, а зачем? О, чтобы... все, он показал лицо, ебать. Так, и что мы видим? Так ничего же не произошло, ну там микросиняк под глазом, из-за чего, типа? Да не, ну типа? Подожди, стоп. Микросиняк-то под глазом сука. От кого? Оу-оу. Ну, от кентов Никоглая, возможно. Но тут вопрос в том, что... А когда этот... Никоглай. А когда этот синяк бы появился вообще? Если мы только вчера, помнишь, это все обсуждали? То есть, синяк мог появиться только ночью. Логично? Или сегодня утром? Не, он же сказал, что к нему кто-то пришел, типа... Домой. Ну не, смотри, типа, мы вчера с тобой только обсуждали эту всю телегу. Типа, помнишь, это причем было ночью уже, часа в три. То есть, это было поздно. Да не, ну прикол же очевидно... в том, что они же вчера поговорили, все решили вроде... Там, не, на не, пошли. А ты думаешь, что... Не, смотри, а Вова бы, думаешь, не рассказал бы про синяк для Сереги? Ну, типа, ну понял, типа, смотри, если бы Сереге поставили синяк тогда... Ну, да нет, тогда ничего не было, он же сказал, что вот, к нему пришли домой. Вот, ну вот, смотри, а когда к нему пришли? Сегодня утром, сегодня днем, сегодня вечером, типа? Ну, сегодня днем. Даже если, а зачем? А я ебу, вот я и говорю, ну типа просто, непонятно не, просто зачем. Просто если вопрос, как сказал Никоглай, был решен, зачем? Да хуй его знает. Ну мы и ждем ответа, блять, от Жужо, нахуй. Так Серега ничего не говорит, он же... Я не знаю, чем он этой хуйней занимается. Я сообщение, знаешь, как написал один человек. Не, мне честно, искренне до пизды. Я просто, ну, пытаюсь разобраться плюс-минус адекватно, ну, какие мотивы у одного, второго, третьего. Если что, такие синяки спустя недели-полторы, когда гематомы сходят. Что вы пишете? Не-не, гематома, она может и на второй день вылезти, в зависимости от удара, но... Что я должен сейчас сделать по-вашему? Бля, чел, не, чел, да. Ну это макияж скорее, это макияж, блять, ну, такой синяк под глазом, ну, не возникает, типа, ну, сразу. Я просто получал пиздов под глаза, и это не так работает. Типа, это вообще не так. Когда ты получаешь по ебальнику под глаз, это не так, ну... Бля, Гвин, иди нахуй со своей хуйней. Что такое, какой-то школьник мне скинул, блядь? Просто когда тебе пиздят под глаз, это не так работает. Азелов, ты видишь нападающего, ебать, какие у него руки, в какой краске, нахуй? Алло, блядь, ты что, по ебалу никогда не получал, блядь, что ли? Не, Кент, я получал, так это ты мне скинул в рофл или что это, что это? Конечно, блядь, у пацана краска на руках, блядь, ты что, не видишь, нахуй ты мне это скинул? Тут, я говорю, так я, блядь, говорю, что у него гематома... Гвин, скинь мне, что там, я говорю, у него гематома под глазом такой не возникает после удара под глаз. А, господи, я понял. Ну, типа, ну, это что-то не факт, блядь. Не, просто не подожди, давайте дождемся официальной какой-то... Не, просто я поебалу под глаз и не под глаз получал. Это не так вскакивает. За полдня такого не бывает, типа. Я получал поебалу и давал поебалу, понимаешь? Я тебе с уверенностью могу сказать, что в любом случае... Опять же, если берем какие временные рамки. Вчера он еще флексил. Сегодня, допустим, да, это произошло, вот не знаю, когда, в течение дня, типа, блядь, ну, как бы, поебалу... В течение дня это не вскочит, Сань. И вот я про это и говорю, что наебнище, у нас мягкие ткани. Сань, мы с тобой оба это знаем. Я получал поебалу, давал поебалу, типа... Нет, суть в том, что, ну, я говорю, я получал и под глаз, и не под глаз, ну, типа, хули, улица. Типа, это так не работает, что тебе дали под глаз, а у тебя к вечеру, ебать, синяк. Это не так лучше работает. Лучше бы дали под хвоста. Честно. Не, под хвоста хотя бы не видно было бы. Поебалу дадут или как? Не, это фулл странная хуйня, конечно. Чего еще раз, Симикс?
Если я обзывал Никоглая Мнича, тоже поебалу дадут? Не, Симах, тебе никогда в жизни, я говорю, я лягу костьми, но тебе не дадут ничего. А ты сейчас где находишься? Во Львове. Не Хест, не важно где, мы ляжем костьми, чтобы малому ничего не прилетело. Потому что, ну, дети это дети. Не, а что будет серьезно, если что-то мне он сделает? Не, Симах, тебе он ничего не сделает, клянусь собой. А, ну окей. Так что можешь не переживать. Дети не должны страдать. 100%. Летаешь ноги на похороны Ларина, все говорят. Даже если он что-то захочет, я говорю, ляжем костями за тебя. Потому что детей трогать нельзя. Причем во всех смыслах. Вот это моя шутка была. Не, естественно, во всех нельзя, но просто сам факт. Спасибо, спасибо, спасибо. Симик, сиди спать, а мне похуй, я на дистанционном, ребят. Спасибо. Для дистанционного не надо утром просыпаться. Сань, мне есть смысл выходить с трансляции Жужо или нет? Ну, в целом-то. Так я тебе говорю, что, блядь... Я согласен с тобой полностью. Есть смысл или нет? Скажи, Все ли? Ливаем? Я думаю, нахуй. Ну да, нахуй. Какой смысл? Такая же хуйня. Ну а зачем он это сделал, блядь? Я не понимаю. Что за бред? Ну просто для чего-то, для контента. Ну... Просто честно, у него же маленькие девочки, которые за него супер переживают, сейчас сидят. Понимаешь? Я про это и говорю, что типа не тот случай, как бы, по-моему. Ну, это знаешь, как вот с овцами. Вот этот он пиздов реально, а потом будет говорить, что а это все фейк, блядь, только нашел гримеров, блядь, нормальных. Короче, Саня, Хес, удачи вам, ну, типа, в контенте во всей телеге. Блядь, типа, давай, Илюха, тебе тоже спасибо. Не, я просто к Дрейке и к Максу. Ой, так, Nice Squad, вы каждый раз хуярите своих, заебись, рвете всех друг за друга, а вот эта поддержка уже успели Жо за всех смертных грехах обвинить. Чё ты несёшь, долбоёб, в каких грехах мы его обвиняем? Просто пытаемся понять, что происходит. Ну, блин, чел подрубает, как бы все и так на нервах, блядь. Он делает вид, будто его отпиздили. Ну, как бы мы просто хотим узнать правду, что было, блядь, какие грехи. Я лично считаю, что в данный момент времени, ну, это... Ну не время сейчас вот такой херней заниматься, типа какими-то шутками притворяться, что тебя отпиздили. Там Вова сейчас, наверное, блядь, сидел первые 10 минут, как пока не понимал, наверное, уже вещи нахуй собрал, чемоданы, блядь. Уже билеты в Америку купил, блядь, уже собрался улетать, наверное. А это, оказывается, шоу, блядь, это просто, типа, прикол. Ну, как бы, хуёво прикол. Типа, если это все правда, в то же время, опять же, нахуй ты время тянешь, ты уже 40 минут сидит и ничего по факту сказать не может. Как бы без негатива же вообще. Подскользнулась, блядь. А? Подскользнулась, блядь. Ты подскользнулась? Угу. Не может быть. Бывает. В жизни все. Ну, что у тебя за фольга на голове? Это холодненькая. Фольга холодненькая? Нет, пакетик холодный. А это для панировки, получается, для кукинга, что ли, это делаешь? Да. Реал? Да. Подскользнулся для кукинга. Блин, ничего себе, ты. Ребят, кстати, всем привет, кто пришел ко мне. Ладно, давай Вань. Встречаться, пожалуйста. Спасибо. Рад вас видеть. Если что, я уже долгое время не стримлю политику, только под конец стрима. Так что вы можете, пока, в принципе, смотреть мои стримы снова. Вот и поддержал. А то мало ли, да. Вы не в курсе. Сейчас. Спасибо. А это был Диппинс? Короче, Ваня не поймет. Ему же вначале звонил Никоглай и сказал, верил, до конца, блядь, стрима, говорит, что они причастен, очевидно, что это их совместный рупл. Я не поверил. Топ-поддержка за топ-трату. Сейчас. Можешь Коле позвонить? Как хочешь. Нахуя? У него номера нет. Что за бред? Бля, а как синяк накрасить? Что требуется для этого? Я тоже сейчас ебанусь и синяк под глазом. Фоточку сделаю и выложу. Тупо на хайпе, тупо на хайпе. Да, уже 6 вечера. Да, ой, я даже не думал. 12. Так, мне, кстати, тоже пора бы уже это съебываться. Трубку не берет. Ну ладно. Оф, и нахуй этот сериал ебаный, ребят. Кто я такой, чтобы притворяться? Бля, я спалился, мне кажется. Ой, сейчас Коля звонит. Алло, Коля. Алло, здорово, что звонил, Сергей? Да, да, я хотел узнать, ты... Это не ты причастен к... Не ты... Ты ли создатель Dark Dead? Нет,
Я никак к этому не причастен. А к моим травмам сегодняшним не причастен? Ну ты же знаешь, мы с тобой обговаривали уже, что нет. Или тебе напомнить еще раз? Что напомнить? Ну, что мы с тобой обговаривали, что я никак не причастен к сегодняшним травмам. Или ты забыл уже? Ну, не помню вроде все. Я просто тебе не звонил, сейчас первый раз же позвонил. А что будет, если я подставлю под сомнение твои слова? Ну, как тебе сказать, что будет? Ну, что будет, то будет. Понял, да? Нет, повтори. Ну, что будет, то будет, понимаешь? Скажи Колену, пусть угрожает, все уже привыкли. Да Колен может угрожать, уже все привыкли, мне Вадя говорит. Нет, я ни в коем случае никогда в жизни никому не угрожал, понял, и не собираюсь. Ну да, мне такая, я тоже думаю, типа, чтоб ты кому-то угрожал, я вообще не помню ни раз такого случая в жизни. Типа, есть же какая-то репутация, нужен работать, я не помню, чтобы типа, тебя такие слова звучали. Поэтому Вадя хуйню сморозил, Вадь, извинись лучше. Да, да. Да, Вадюка, попроси аккуратно выбирать слова, потому что Украина недалеко. Согласен, согласен. Да, ладно. Нет. Передал, он услышал. Все, спасибо, Колян, что тут вообще со мной, брат, держишься вообще всегда на близких, что мы на коннекте. Все, братан. Все, брат, мой самый близкий друг вообще, самый мировой парян, пацан. Парян, блядь. Все, пока, Колясик. Все, Колясик, все, ты у меня на 112 забит, все, договор, пока. Давай. Пока. Ладно, блять, я заебался уже, клоуна до этого устраивать, блять. Короче, я не знаю, у меня пришла это вчера. Блять, честно, мне очень неловко, что много людей реально в это поверили, и мне за это очень стыдно, что я просто думал, запущу стрим, и с первой секунды начнут все угорать и писать, блять, да ты долбоёб, типа, это Италимна, я думаю, вы быстро, типа, скажете, что... Я вахуй с долбоёба, блять, сука, блять, что я наделал, я думал, смешно будет, а что-то не смешно. Циркач Хафе, да, можете меня канцелить, отменять, забывать. Ну, так бывает. Я хотя вообще сегодня... А как вообще, в чем ситуация заключалась вчерашнего разговора, я не помню. Да. Бэн. Бэн, вот ты мне скажи, Жожа долбоёб? 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 Yes. Все, спасибо. Ой, бля, я в ахуе ебаный рот, бля. Про тебя Жужу пиздит. Чё пиздит, шнафы? Да, будет. Квакня, спасибо. Все, меня заканчили, но все, он отвечает за предательство, Вадь. Ну, все. Бля, это вообще грех страшный. Вадя тоже сидит такой, типа, нихуя не понимает. Даже сказать не можешь нормально ничего. Ну, вы с позором, я не знаю, мне кажется, я ничего такого страшного не сделал, блядь, никто перемотай. Не пострадал, я никому не угрожал, типа. Да ебаная, блядь, скотина, я ебаная, нахуй. Я просто поприкалывался, блядь. Просто Серёжа Синяк. Просто Серёжа Синяк. Прозрачно, я не понимаю, что произошло не так. Где он тут сказал? Здесь? Мы тебя. Иди нахуй. Да, блять, вы понимаете, вы такие, блять, странные. Вам реально интереснее вот эту вот хуйню смотреть, которую сейчас все делают, блять. Всем привет, с вами я, Хенсу ВГН. И сегодня я, обозреватель новостей. Главный, по 18.00, блять, по главному. Да, при чем тут нахуй это конченый ты идиот, блять. Вот доебался-то, я не понимаю. Сначала он подрубал стрим, блять, когда война началась. Тоже какую-то дичь ебаную нес. Типа, блять, зачем они это все говорят, надо молчать. Просто конченый лохматый хуй пойми что, блядь. Здесь тоже устроил клоунаду, когда людям как бы не до шуток, блядь. Ну типа, когда были реальные угрозы. Измазал ебало говном, блядь, сидит, притворяется, что его якобы избили. Сейчас опять на меня какую-то хуйню вкидывает. Ты сам хуйню делаешь, долбоёб. Реально бы тебя отменить не помешало бы хотя бы на недельку. Ну реально конч. Ну просто конч. Ну ебать, по-другому не скажешь. Ведет себя как ребенок какой-то. А потом у него срака горит от меня, блядь. Потом бегает по каналам в Дискорде от меня, куда бы я ни зашел. Просто, блядь, похуй.
Короче, у меня тоже немного, знаете ли, сгорело, блядь. Да смотри, да, блядь, что да смотри. Каналу Твича, главный канал Твича, я обозрел все новости. Если вам интересно узнать вообще любое мнение... На Телеграм подписывайтесь, по этой ситуации. Да. Телеграм. Вы знаете, к кому общаться. Это я, Хесус ВГН. Да. И вот это, блядь, каждый раз... И мой Телеграм-канал, мой Телеграм-канал. Запускаете, запускают люди стримы, то Коля, то еще кто-то, и начинается это, блядь, одна и та же хуйня, обмусоливают... Какая там... одна и та же хуйня, чувачок? Ты, блядь, что, не в курсе, что вчера было? Или ты забыл, как тебя прессовали, блядь? Я вообще не понимаю, нахуй, его логику вообще, что у него в голове происходит. Маразм. Мой писюн, мой член. Я что? Мой писюн, мой член. Я ничем не болею. Он я ничем не болею. Кого мне завидует? Мой писюн, очень чистый. Что за бред? Очень чистый. Я его мою каждый день.